Урок жонглирования булыжниками в картине Николая Копейкина «Война миров». Я вижу город Петроград в 17-м году. Бежит матрос, бежит солдат, стреляет на ходу. Рабочий тащит пулемет, сейчас он вступит в бой. Висит плакат «Долой господ помещиков, долой!» Несут отряды и полки, полотна кумача. А впереди большевики, гвардейцы Ильича. Октябрь навеки свергли власть буржуев и дворян. Так в октябре мечта сбылась рабочих и крестьян. Далась победа нелегко, но Ленин вел народ. И Ленин видел далеко, на много лет вперед. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и рассказывайте друзьям. Пока. Было приятно для вас работать.